Чтобы ваша пятница прошла не скучно, мы сделали подборку самых интересных событий, которые пройдут сегодня в онлайн-формате. Итак, днем можно будет научиться круто фотографировать на телефон, причем не хуже, чем на профессиональную камеру. Этому научит Кристина Тарарина, семейный свадебный фотограф с высшим художественным образованием. На мастер-классе она расскажет, как работать со светом, найти креативный ракурс, а также про спецэффекты без фотошопа и нюансы позирования. Вечером можно будет отправиться на концерт Дианы Арбениной. Она выступит в эфире популярного онлайн-кинотеатра. Свою программу артистка назвала «И все будет хорошо». Особенно важные слова сейчас, как мне кажется. Ну и главное культурное событие этой пятницы – 12-часовой рок-марафон. Его в режиме онлайн проведет Екатеринбургский телеклуб. С 2 часов дня на виртуальной сцене выступят десятки артистов. Среди них группа «Нервы», «Ногу свело», «Линда», «Ума Турман», «Слот», «Сергей Бабунец» и многие другие. Марафон называется «Я буду ждать свою музыку» и организован в поддержку концертной индустрии, пострадавшей от пандемии коронавируса. Кстати, выступление можно будет посмотреть и в VR-очках, а если понравилось, перечислить благотворительный взнос. Это топ-3 лучших виртуальных событий пятницы по нашей версии. Если вы готовы посетить больше, заходите на сайт «Мой портал» и в разделе «Лучше дома» найдете еще больше увлекательных мероприятий.